Ассоциация ТОС обзавелась собственным аппаратом. Теперь у общественников есть юрист, бухгалтер и специалист по проектам. Сегодня в организацию входят 217 тысяч жителей региона. У каждого из них есть проблемы, вопросы, просьбы о помощи. Что-то решает конкретно ТОС, а что-то нуждается в помощи ассоциации. Благодаря сформированному аппарату сделать это теперь проще. Поэтому организация продолжает прирастать новыми участниками. К примеру, в ассоциацию ТОС Ульяновской области вступила ассоциация территориальных самоуправлений города Димитровграда. Теперь в Ульяновской области будут работать как бы две ассоциации. Ассоциация города Димитровграда, совместно с ассоциацией Ульяновской области. Город Димитровград, ассоциация наша молодая еще. Как бы нам нужно перенять опыт. Еще буквально несколько лет назад было всего лишь 3 ТОС. Сейчас 210 ТОС на территории Ульяновской области. Это в качестве юрлиц. В Димитровграде, к сожалению, пока всего лишь 7 или 8 ТОС. Развивать это надо. Надо сплачивать население. Аппарат ассоциации ТОС Ульяновской области появился в январе. Есть кому помочь в составлении финансовых отчетов, во взаимодействии с государственными органами, в составлении документов, чтобы получить грант. Первая главная задача – оказание помощи ТОС их членам и желающим создать эти общественные самоуправления. И будем помогать всем ТОСам, которые будут к нам обращаться с помощью, так как мы закупаем на них тоже как бы ключики с подписью, и будем отправлять отчетность за них, кто не может, например, сам, и помогать будем, конечно. Буду оказывать помощь в написании всевозможных проектов ТОСам. Что такое проект? Это различные фонды организуют всевозможные гранты, конкурсы. И для участия в этих конкурсах нужно написать свой проект. Аппарат в ассоциации небольшой, но люди, занимающие здесь рабочие места, готовы работать на благо территории Ульяновской области. Шестая часть жителей региона входит в движение ТОС. Все они активные и умеющие созидать граждане. Кстати, сегодня наш регион по темпам развития движения территориального самоуправления, если верить федеральной статистике, лучше не только в ПФО, но и в России. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.